Несчастный случай накануне произошел на лимане в Днестровске. Погибла молодая женщина. Как сообщает пресс-служба МВД, компания из 5 человек с субботы на воскресенье отдыхала в одном из домиков на воде. Всю ночь выпивали. Утром тираспольчанка 91-го года рождения решила искупаться, нырнула с пирса в лиман и исчезла под водой. Вскоре друзья забили тревогу и обратились к спасателям. На место прибыли водолазы. Они нашли тело женщины на 2-метровой глубине недалеко от домика, где отдыхала компания. Эксперты устанавливают причину смерти. Известно, что у погибшей осталось 2 маленьких детей.